Привет! Всем привет! Вы на канале Трубка ТВ. И сегодня я дневная Фурия. И моя самая лучшая подружка Грамгильда. Привет, привет! Мы будем снимать влог. Точнее, ну как сказать влог. Это скорее всего влог. Мы с моей лучшей подружкой будем выбирать всякие наряды и платья, так как все же женщины должны быть красивыми, может, еще какую-нибудь косметику прикупим, так как, так скажем, каникулы-то много свободного времени, ведь это каникулы. Время отдохнуть и расслабиться. И мы решили походить по магазинам и что-нибудь прикупить. Да, вот мне, например, нужна тушь и все такое. А мне не помешало бы что-нибудь купить тоже, типа туши, и еще я хочу себе купить, не знаю, может, парик. Ну, я что-нибудь посмотрю и что-нибудь сегодня куплю. Дневная фурия. О, Безубик, привет. Вы снимаете. Привет, ребята. Да, мы снимаем как бы влог, если что. Что за влог? Да мы хотим просто-напросто походить по магазинам и купить всякую тушь и такое. А, ясно. Дневная Фурия, я хочу тебя пригласить на свидание сегодня в 7 часов, в 7:30. Приходи, пожалуйста, около нашей пещеры. Приди, пожалуйста, я тебя приглашаю на свидание. Соглашайся, подруга, соглашайся. Даже не знаю, но хорошо. Ладно, ребята, пока я пошел тогда, пошел. Ты это слышала? Да, Безубик тебя пригласил на свидание. Повезло тебе. Пойдем тогда посмотрим какой-нибудь для свидания наряд или что-то такое. Давай. А, кстати, а что ты возьмешь с собой на свидание? Ой, я даже, честное слово, не знаю, что мне взять. Ой, да полетели, у нас столько всякого времени, что мы успеем все сделать. Полетели. А, подожди, я с тобой. Так, камера работает, да? Да. Да, ребята, девочки улетели, чего я и хотела добиться, и теперь вы мне должны как бы помочь, что мне взять на свидание. Ну, точнее, я сейчас буду выбирать, что взять на свидание, потому что у меня есть уже такой как подарок, но перед этим я хотела бы еще походить по магазину, что-нибудь еще купить, так как я думаю, одни цветы, это будет слишком маловато. И с собой я возьму своего, ну, так скажем, друга, который мне поможет походить по магазинам. Все же я король, поэтому я могу любого поднять. Но это мой такой друг, он как бы мой советник, он очень хороший друг. Так, дружище, выходи. Да, всем хай, привет. Привет. Ну, как бы, привет, да. Так, Скрил, нам надо с тобой будет походить по магазинам. И как ты думаешь, что мне лучше всего, так скажем, купить моей любимой дневной Фурии? Ну, как бы все девушки, во-первых, любят цветы, это я точно знаю. Я купил цветы уже вообще-то. Ну, всякие сумочки, вот эти тушь, они за этим полетели. Тогда я не знаю, надо подумать. О, как бы... Я всегда слышала, что на свидания обычно идут или в ресторан, или, я не знаю, куда-нибудь. И что ты имеешь в виду? Можешь купить какую-нибудь коробочку конфеты или что-то такое съестное. То есть, что можно поесть? Может быть, рыбы, букет рыбы, она это поймет, это же очень прикольно. Или коробку каких-нибудь конфет. У нас вообще-то 21 век. А, ну да. Ну, не знаю, наверное... Скорее всего, ну, я подумаю, ну, в крайнем случае, ты можешь, не знаю, пригласить ее на свидание куда-нибудь в ресторан. Это будет лучше, если ты не придумывал, что можно купить из еды. Скорее всего, я поступлю твоему примеру и лучше ей что-то куплю. Или сделаю что-то своими лапами. Я тебе советую что-то купить, ну, или, да, своими лапами сделать.
Ой, что-то вечно падает, да. Ну, у нас в драконьем, так скажем, мире всегда хаос, поэтому что-то да упадет. Да. Кстати, ну, так как ты все же дракон-то такой дружелюбный, то, может быть, тебе у твоих людей спросить. Точно ты гений. Сейчас, подожди. Сейчас, ладно, я тогда полечу. Ну, хорошо, тогда спасибо за совет. Да, пожалуйста, ладно, я полетел. Все, пока. Пока. Так, значит, он улетел, но у меня есть шанс кое-что сделать. А точнее, позвать моего самого лучшего друга. Икенг! 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 Да, Беззубик, привет! Привет! Сейчас я его упаду, кажется. Кажется... Ау. Да, привет! Как у тебя дела? Привет! Ты меня зачем-то звал? Да, да, я тебя зачем-то звал. Ну, ты же как бы приглашал Астрид на свидание, наверное. Ну, как бы так вообще-то все делают люди. Ну, да-да, приглашала, что? Ой, Икинг, пожалуйста, подскажи мне, что мне надо подарить дневную фурию, я ее пригласила на свидание. О, интересно. Ну, я думаю, подарить какую-нибудь коробочку конфет. А если не коробочку конфет, если не цветы, если не водить в ресторан, если не делать что-то своими лапами, то что? Я не знаю. Ну, подари какое-нибудь украшение. О, это шикарная идея. Только что? Ну, как бы я Астрид дарил всякие такие, как ожерелье. Ожерелье? Ну, плохо. Так, хорошо. Но я лучше спрошу у кого-нибудь получше. Астрид, 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 Астрид. А, что, что? А! Топор? Что? Что, где, кто? Что, что? Беззубик? Ты серьезно? Ай, о, господи. Ты меня звал только, чтобы что-то спросить или... Да нет, ты хотела спросить кое-что. Я позвала дневную фурию на свидание. О, на свидание, интересно. Да, Икинг? Да, Астрид. И мне нужен твой совет, что мне ей подарить. Ну, подари ей... О, ты конфеты ей не дарил, надеюсь, еще? Нет, я ей только цветы придумала подарить. Смотри, я минуту. Я через минуту, сейчас. Сейчас, минуту. Сейчас. Интересно, что она принесет? Если она что-то принесет, то я удивлюсь. Подожди, Беззубик, берегись. Что? Что? Что это? Это киндер-сюрприз. Астрид, ты серьезно? А что? Ну, как бы киндер-яйцо, это... А что, Икинг, что ты ворчишь? Это неплохой подарок, мне кажется, ей понравится. Причем Барби, ну... Я, конечно, сомневаюсь, что она любит Барби, но... Может, это и сработает. Спасибо, Астрид, я полетел. Видишь, а ты во мне сомневался. Хорошо. Блин, блин, я даже ничего не успела купить, но я думаю, я ему такая тоже понравлюсь. О, ребята, блин, мне стрёмно. Блин, а камера включена? А, да, камера включена. Блин, хорошо, ладно, ладно, ладно. Хорошо. Так, ребята, я сижу и жду, когда придет Беззубик. Дорогой, я уже иду. Вот тебе цветочек. Ой. Цветочек? Это куст, я бы сказала, целый. Ну да, это куст таких вот цветов прекрасных. Ты серьезно? Спасибо, конечно. Я... Сейчас, подожди, подожди. Так, подожди, подожди. Да, я люблю цветы, только давай их поставлю вот сюда. Только не урони, пожалуйста, их. Да, хорошо. Хорошо, хорошо. Так, ну... Не урони. Хорошо, у меня всегда все получается не уронить. Ой, прости, Беззубик, я тебе ничего не принесла на свидание. Да не, как бы я ничего не хочу. Ты же знаешь, я не очень люблю подарки. Но я знаю, что ты, как каждая женщина, должна любить подарки. Ну да. И я тебе принес очень сладкий и приятный подарок. Ого, и что это такое? Сейчас, минуточку. Я думаю, тебе это понравится. Это киндер-сюрприз. Ну,
ну, как бы, мне кажется, все любят киндер-сюрприз. Вау, какой крутой. Так он еще и Барби. Ну, хорошо. Давай тогда распакуем его и посмотрим, что мне там попалось. Давай. И зато еще съедим все. Да. Так. Интересно. Так, давай-ка я распакую его. Так, а так, сейчас сниму вот эту вот штучку. Сейчас. Сейчас. Так, так. Оп. Сейчас. О, вот и яйцо. О, прикольно. Так, эти штучки я выкину. Что ж, давай его расколем. Так, так, и что там? Открыла. Ну, конечно, я не супер открывач киц, но ладно. Так, что это за капсула? Давай ее откроем тоже. Ну, давай, так, сейчас, сейчас. Посмотрим, что нам попалось. Вау, что это там такое? Ты думаешь, я разбираюсь в Барби и всем таком? Ну, я, честно, сама в этом тоже не очень разбираюсь, но... А ты? Там что-то... Вау, что это такое? Да, мне кажется, это Барби, потому что это очень на Барби похоже. А, ну, логично, наверное. Я не знаю. Так... Так я соберу и, может быть, и... Так, это Барби, похоже, по крайней мере. Так, сейчас. Мне кажется, это как куколка. Да, и тут еще такие вот наклеечки. Давай-ка их наклеим. Я думаю, это будет шикарный подарок. Да, мне нравится. Ну, конечно, не совсем ровно, но хоть что-то. Давай посмотрим, что тут еще за такой как блокнотик. Так. О, тут разные Барби. Тут есть разные профессии Барби. И нам попалась профессия повар. Прикольно. Так. Здесь всякая инструкция, что надо делать. И тут еще сказано, что с помощью вот этих вот штучек можно рисовать. Ну, как бы мы и так умеем рисовать. Но все равно прикольно. Да, Беззубик, ты, конечно, прикольный подарок сделал. Причем она тоже такая беленькая, как я. Да, вы с ней очень похожи. Она блондинка. И она, кстати, тоже голубоглазая, как ты сейчас. Я думаю, ребята, вам видно, она голубоглазая. То есть, как я. Вы с ней прям похожи. Ну, как тебе, надеюсь, понравилось наше свидание и мой подарок? Да, сейчас еще поедим. Давай тебе побольше часть. Ну, я вообще-то как бы сижу... Не то, что не сижу на диете, но так как я не хочу как бы фигуру супортить, поэтому я съем маленькую часть. Хорошо. Давай есть. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вкусно. Ребята, а вам понравилось это видео? Если понравилось, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Всем пока. 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 Жми.